Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня еще один очередной тест. Потестируем. Открылся у нас архидемон. Урон по зоне призывает монстров, имеет иммунитет. Его лучше всего бить с космо, это я вам уже показывал. Можете найти у меня на канале плейлист с архидемонами. Я там показываю разные сборки. В общем, поехали, будем собирать героев и потестируем сегодня Зефирику. Именно ее я хочу потестить. Стыковка его такой вот. То есть такая тыква. И стандартные герои. Сейчас мы подумаем, какой мы состав возьмем. Вот такой вот состав. В принципе, как вариант был. Мы сейчас поставим сюда зефирику максимальную. Перекачаем, поставим раскол. Поставим. С данного я уберу отсюда ее и поставлю сюда вместо нее космо. Вот так вот. То есть такой вот состав у нас будет. Посмотрим, что у нас с этого получится. Так, поехали собирать героев. Давайте начнем с космо. Раскол. Ставим эмблемку. Все, космо у нас собран, пусть будет там Рудольф. Так, первый есть. Дальше стрелок есть. На стрелка мы ставим. Так, второй герой готов. Дальше ведьмочка. Ведьмочка у нас будет третья. На нее мы поставим вот так. Три. А тыковка у нас четвертая. Укротитель. Такс. Панчбокс. Пять. И шестой у нас будет зефирика. Ну, зефирка. Зефирика. Так, тут мы поменяем немножко все. Кстати, боится очень стана. Так. Кого из героев взять сюда массового такого? Ну, давайте вот так вот попробуем. Меняем, ставим пиромага. Раскол тоже нужен. И ставим чарку пиромага. Есть. С этим разобрались, поехали дальше. Такс. Эмблемку тоже ставим Браулера. Вроде как бы все. Сейчас по герою еще посмотрю. Так, все. Будем стартовать зефирики, в принципе. Так, ну что, поехали. То есть такой вот состав. Ничего, скажем, такого сложного. Поехали. Сразу же стартуем вот так вот. Ну, на всякий случай можно там магию использовать. Смотрим. Вот мы уже разогнались на максималку. То есть у нас уже максимальная. Какие плюсы? Космо у нас получается. Имеет там кулдаун 1 секунду, зефиривка может в это время переключаться. Сейчас посмотрим по времени, что у нас в итоге получится. Ну, должны мы свыше 5 миллионов набить.
Убрал я Химку, потому что от нее как бы роль, то, что у нее встроенное замедление единственное, но тут урона, дамага, герой тоже неплохо дает своими скиллами. В общем, посмотрим, что у нас. Ну, 20, то есть один в один мы идем, в принципе. Может, даже и меньше набьем, но 5 должны выбивать. В общем, смотрим. То есть такой вариант, можно вместо зефирки кого угодно поставить. Тут же самый практически будет у вас результат. То есть по сути особо ничего не поменяется. Единственное, что тут шанс того, что включится архи, очень мал. Вот видите, сразу же перехватывает и поехали дальше. То есть такой вариант, конечно, это донатный герой, это для донатов, можно использовать огника здесь. То есть варианты есть разные, но мы пока тестируем, что же все-таки лучше будет. У Космо убирать смысла нет, потому что Космо парализует на 5 секунд, по-моему, если я не ошибаюсь, 6 кулдаун. То есть в этом его преимущество на таких архидемонах. Вот видите, сразу же, то есть у нас не останавливается, скажем так, бесконечно. 3 уже убили. Что-то как-то не особо мне не нравится. Хочется побольше урона. Странно, странно. Возможно, сейчас поставим Химку, будет тоже лучший результат. Видите, не добиваем, не успеваем. Хотя, казалось бы, блин. 29-28 секунд. Да, ребят, не хватает. Вот чуть-чуть не хватает. Странно, странно. А я ожидал, честно говоря, большего от героя. Ну, не знаю. Видимо, мы переоценили его. Передонили. В общем, сейчас посмотрим. 4 155. Жесть, не хватило, ребят. Пробуем обратно, ставим сюда Химку, смотрим на нее. Может, это действительно не тот вариант, который хотелось бы. Значит, этот Хиванимба не тащит на архидемоне, который нафиг не нужен. Так, хорошо, пробуем еще разок. Хотя, как видели, то есть не включался практически. Там чуть-чуть, может быть, но это не точно. Так, где наша Химка? Химка, ау. Пробуем тот же самый вариант. То есть меняем просто героя. Вот так вот. Поехали. Ну, тут явно. Хотя нет, смотрите, до пятерки пока добивают. Странно. Сейчас попробуем. Может, что-то поменяли. Да, вроде ничего не меняли. Ну, хотя, кто нам об этом говорит? Правда? Я тоже так говорю. Let's go. Смотрим, что у нас получится с Химкой. А я пока вам загружу видосик Brawl Stars, чтобы вы не скучали. Ну, вы, конечно, Brawl Stars, кто смотрит, увидит раньше, чем этот видос. Все равно вы красавчики. А кто смотрит этот видос? Так, окей. Ну, что я могу вам сказать? В общем, результат сейчас покажет. Будет у нас виден, что же все-таки лучше. Канает он, не канает. Есть смысл, нету смысла. Напоминаю, конкурсы идут. Brawl Stars, это не теряйте возможность получить имбу.
Так, что там у нас? Тащим, не тащим. Печально, печально, я вам скажу, что-то как-то пошло не так. Что-то они подкрутили. А мы этого не знаем. Ну, в любом случае, у нас будет для теста еще завтра. Попытки с утра тоже затестируем, попробуем. Но как-то очень странно. Ну, результат вроде должен быть получше немножко, но видите, опять включился. То есть видите разницу. Там он практически не включался, но мы не набивали много. Здесь он не включается. Включается, точнее, но мы должны набить намного больше. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, 5 мы должны выбить. То есть это стандарт. Но это не точно. Надо еще будет на тыковку попробовать поменять немножко эмблемки. Ну, добьешь или нет? Жесть, не добили. А, не добили все-таки. Ну, 5-0 набили. То есть это максимальными героями. Вот как-то так, ребят. То есть рандом, рандом есть рандом. Смотрите, вот ребята набивают 1990, 1900. Ну, мы максимум, что смогли, показали. Посмотрим, обновит, не обновит. Ну, как-то странно очень. Иммунитет. И я все-таки думаю, что мы больше набьем. Сейчас выйдем, перезайдем. Так, вуаля, что мы имеем? Кучу бабла. Да, вот у нас первое место. Ну, это недолго. Нас по-любому перебьют, думаю. Но как-то странно. Все-таки я думал, что мы больше набьем. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, видите, герой не дотягивает. Немножко не дотягивает. Попробуем еще тыковку переделать. Ну, я думаю, что-то получится. Еще потестируем в следующий раз. Все, всем удачи, всем пока.